Вторая номинация нашего сегодняшнего турнира – это «Самый мощный ПК». Приветствую вас, дорогие друзья. Это третий и заключительный ролик про Happy PC Competition, про наш компьютерный турнир. И этот ролик, как по мне, самый получился насыщенный с точки зрения соревновательного момента. Целых 11 участников представили свои компактные сборки. Мы их затестировали, посмотрели, какой FPS каждый набирает, и посмотрели, какой объем корпуса. И нашли, вычли рекорд. Друзья, у нас есть рекорд в этом видео, к которому вы можете тоже стремиться. Я надеюсь, это кого-нибудь что-нибудь замотивирует. В любом случае, мне очень эта серия понравилась, поэтому приятного вам просмотра. Не забудьте что-нибудь в комментариях свои мысли написать. Нам будет очень-очень приятно. Погнали! Друзья, самая, на мой взгляд, сложная номинация – это FPS на литр. Побеждает тот, кто собрал самый мощный и компактный ПК. И это не просто, это сложно. У ребят была возможность делать что-то своими руками кастом, либо покупать маленькие корпуса, туда закидывать сочное железо. У нас здесь собралось больше 11 участников, и все корпуса разных размеров. Где-то есть очень близкие, где-то есть корпуса, которые выделяются на фоне других. И мы сейчас посмотрим, кто же из них победит. Мы-то будем тестировать Киберпанк на ультранастройках с отключенными RTX и всякими DLSS. У всех абсолютно идентичные настройки. Настройки стоят, и нужно лишь только пожелать удачи. Как будет находиться коэффициент? Просто вымеряется объем непосредственно корпуса и FPS, который ты получил в Киберпанке, делишь на этот объем. То есть, предположим, у тебя в Киберпанке 100 FPS, друзья, но при этом корпус у тебя 5 литров, соответственно. Сколько у тебя? 20 FPS на литр. И сегодня мы должны узнать, какой же рекорд будет турнира, какую планку все-таки участники возьмут. Ну, а вы попробуете, естественно, ее потом преодолеть уже у себя дома, либо на следующем нашем турнире. Участники, давайте, так сказать, поддержим, начнем. Это наша финальная рубрика. Я надеюсь победить сильнейший у нас. Я краем глаза посмотрел, там действительно есть выдающаяся абсолютно система, тем интересней нам будет. У всех стоит Киберпанк? Да. Отлично, мы будем подходить к ребятам и спрашивать, что у них за железо стоит. Я предлагаю прямо сейчас, друзья, на счет 3-4 врубать бенчмарк. И давайте понадеемся, что проводка наша выдержит. Включаем все Киберпанк бенчмарк. Поехали, друзья. Все сейчас ребята стартуют, и мы начнем смотреть FPS. Системы вы можете посмотреть, они очень действительно компактные. На примере этого компьютера здесь у нас, насколько я знаю, 4060 Ti 12600. Он тоже ждет своей очереди, чтобы поучаствовать. Ну а мы пока давай пробежимся. Расскажи, пожалуйста, что у тебя здесь стоит за железо? У меня здесь видеокарта 4060 Ti и процессор 12400. 4060 12400. Такая. Хорош. Самое то для маленьких. Оперативочка. 32 гига самой такой китайской, летящей памяти. Отлично. Ну и в районе 89 пока FPS бенчмарки. Здесь у нас есть сборочка от мастерской. Никитос, что мы тут натворили? 13400F, 16 гигов отборных. Отборных гигов. Отборных, да, самсунгов, бедаев, разогнанных. Но получается у нас аж 610, максимум 3200, но уже отжатые тайминги до CL14. 4060 Ti, Storm X от Polito, и кулер, я так скажу, процессор у меня греется под 80 градусов. Это из 47 вроде он называется, но его хватает, чтобы не тротлить и показать. Но у нас далеко не самый маленький корпус, надо сказать. Да. Несмотря на то, что он компактный. Хорошо. Серый, что у тебя за система? Это простенькая моя домашняя система. Здесь у нас i3 12100, 16 гигов HyperX память на 3600, тоже неплохая хотя бы оперативка. И 5500 XT, 8-гиговая простенькая. И я смотрю, ты уже получил среднее значение FPS. Да. Все, у тебя поздравляю. Блин, Серый, главное в данном случае действительно участие. Боюсь, что против 4060 ты вряд ли потянешь, но за волю к победе огонь. И тут у нас тоже что происходит? Расскажи, что за система? i3-10 поколения и RX 6600. 6600 RX, то есть AMD-шный у нас вьюшечка и i3-10 поколения. Тоже интересно будет посмотреть на результат, как раз он крутится. Ой-ой-ой-ой, друзья, здесь легенды в здании. Рома Питерский, мы его так назовем, славится тем, что делает такие системы, которые многим не дано. Рома, расскажи и покажи, что у тебя тут сейчас происходит.
Ну, прогоняем киберпанк. Да, я вижу. Ты уже получил даже среднее значение FPS. Да, хочу заметить. Внимательно следи за этой шкалой. Тут везде должно быть нет. Потому что сейчас он нажал нет, но он включен. Отлично, я понял. 40-60. 13500 без ядер. То есть ты отключил efficiency? Соответственно, только перформанс у тебя и 4060 видеокарточка. Да-да. Огонь. А какие-то особенности еще по этому корпусу есть? Я знаю то, что ты, это твой кастом. То есть такого корпуса не существует. Да, это лоу-профайльная 4060. Офигеть. Да, видит. Занимает, получается, идеально с райзером половинку корпуса. Обалдеть. Объем корпуса знаешь свой? 300 что-то там. Я посмотрю. Я пришел с рулеткой, проверим. Хорошо, фиксируем результаты, пока не убегаем. Ты что? У меня фитальный цифр. Я понял, тестирую дальше. Подбегаем сюда, пока тут у нас еще идет перетест. Что у тебя тут происходит, расскажи. Вот здесь у нас 13.90. Ой, это что такое? Ашали. Ryzen 9 5900X. 3090. 3090. Это слишком крутая видюха. Да. 32 гига оперативы. И ждем результата теста пока что. Слушай, ну у тебя тут видюха-то, извини меня, 3090, она 4060 на, скажем так, сделает, возможно, сделает нормально, возможно. Но у тебя объем корпуса больше. Да. Соответственно, здесь это не факт, что самый высокий КПД, несмотря на самое мощное железо, там, предположим, на текущий момент. Ну-ка, посмотрим, здесь тоже системы симпатичные. Привет, дружище, расскажи, что у тебя? Тест прошел уже, но это обычная как бы домашняя сборка, со стола я взял и принес сюда. Значит, i5-9400 и RTX 3060. Солидный. 16 гигабайт. Хороший солидный среднячок, и ты набираешь 67 FPS. Хорошо, будем измерять. Ну что, друзья, сейчас пробежимся по всем, посмотрим и будем высчитывать эти формулы. Плюс у нас еще, по-моему, три участника, которые свои ПК не презентовали. Друзья, знаете, какой самый крутой российский бренд по производству компьютерной мебели и периферии, который зарекомендовал себя как образец качества, надежности и честной цены? Правильно, это Зона 51. Эти ребята представляют эргономичный стол нового поколения Зона 51 Platform Pro, который оснащен по последнему слову хай-тек для мебели. Platform Pro 160 оснащен уникальным интегрированным хабом, который включает в себя 3 USB Type-A, 2 USB Type-C, 2 HDMI, картридер и LAN-порт, а также беспроводную зарядку на 15 Вт. В основе стола мощная стальная рама, которая обеспечивает надежность конструкции и также имеет регулировку по высоте 70, 75 и 80 сантиметров. А также у нас, друзья, корзина для кабель-менеджмента, чтобы вы спрятали все свои проводочки. Уникальный паттерн во всю ширину столешницы – это не просто красивое изображение, но также крутые отсылки, в которых вы разберетесь уже сами. А для тех, кто хочет максимального контроля, в столе реализована RGB-синхронизация с популярными системами вроде Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome синхронизация. Это позволяет придать единый стиль всей игровой системе. В нашей компьютерной мастерской целых 10 таких столов, и надеюсь, они будут у вас. Ссылочка в описании. Друзья, последний участник прямо сейчас выясняет, какой же у него будет FPS на литр. Просто взгляните, количество у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, еще где-то что-то было. Очень много системничков, и у каждого уже есть наклейка с их результатами. Мы уже понимаем победителей, и это будет интересно обсудить. Но сейчас давайте я покажу, как по итогу это все измеряется. Итак, Денис, давай замеряем. Замеряем, то есть мы берем. Берем Дениса. Берем Дениса, говорим. 11,2. 11,2. Умножить. Без ножек. 22. Да, 22, без ножек. Умножить. 18,4. 18,4. Делим это все на 1000. Получаем 4,53 литра. 4,53 литра. Теперь мы берем твой FPS в киберпанке. Давай. 97,6. Разделяем на 4,53. И мы получаем 21,5. Обалдеть, это очень сильно. 21,5 FPS. 21,5 FPS. Вот тебе, друзья, и результаты. Итак, фиксируем это все, выключай. И у нас образовалась тройка победителей, причем очень мощно. И надо отдать должное, если сейчас обратить внимание на самый мощный FPS на литр, друзья, то вот такие корпуса
несмотря на то, что в них можно запихнуть достаточно большое мощное производительное железо, по уровню FPS, к сожалению, не дотягивает. То есть КПД у них на объем корпуса не такой крутой, как у этих малышей. Но здесь очень-очень плотная борьба у нас возникла, и мы будем смотреть, потому что у нас 19, 20, 22, 21, сейчас будет заруба прям конкретная. Давайте теперь, друзья, подведем итоги. У нас участвовало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 конкурсантов на FPS на литр. И сейчас официально объявляем рекорд нашей компьютерной мастерской, конкретно мероприятие HPC Competition. И, друзья, начнем с третьего места, я думаю, да, чтобы немножко растянуть момент. За третье место тут очень была плотная борьба. Мы видим то, что у нас несколько аппаратов преодолели, 4 аппарата преодолели отметку в 20 FPS на литр. Что я так скажу? Вот если ты преодолеваешь отметку в 20 FPS на литр, то это сочно. Это прям сочно, это уже стало объективно понятно, поэтому есть к чему, друзья, стремиться. Потому что очень крутые все компы. Давайте же все-таки отметим, кто на совсем чуть-чуть, но все же преодолел эту отметку. Прям очень близкие результаты. У нас третье место, получается, занимает... И третье место с результатом 20.76 FPS у нас... кто? Чей вот этот вот красавчик? Надир, иди сюда, иди сюда. Поздравляем Надира. Этот результат фиксируется 20.76 FPS. Мужик, запомни эту цифру. Ты попадаешь у нас, ну что сказать, в призы, когда я сейчас буду награждать, так что не убегай. Расскажи еще поподробнее. Ты можешь быстренько сказать еще разочек, какие особенности твоего компа? Да, конечно, могу сказать. Это что это за корпус? Это корпус Krypton 1, который старой ревизии, вы такой уже не найдете. Он чуть-чуть меньше, чем сейчас. Это, у этого есть свои недостатки, но в данном конкурсе это достоинство, так что спасибо старому Криптону за... Еще раз, у тебя 12600, ты говорил, да? 12400. 12400. В мелкие сборки лучшие процессоры, это 12400, я их много собрал уже, десятки, вот, поэтому могу сказать, что 12400 это оптимальный выбор. Шикарно. Ну что, давайте еще раз поздравим Надира и 4060 Ti. Друзья, на совсем чуть-чуть просто отстает от нашего сегодняшнего победителя вот этот вот красавчик. 21.5 FPS. Кто ты, где ты? Покажи, сиди сюда, расскажи. Еще разочек, да. Аплодисменты тебе сегодня. Поздравляю с уверенным вторым местом. Расскажи, что за корпус? Представься еще разочек для тех, кто не понял, кто ты? Женя меня зовут. Корпус Алика М24. Ну, заявленный у него объем, правда, был 4,2, но намерили 4,5. Ладно, хрен бы с ним. Storm X Polit 4060 Ti. Процессор 12600KF. И оперативка G-Skill работает на 3600 частоте и тайминги 14. А ты специально готовился к этому мероприятию, или тебе просто был этот комп, и ты его притащил? У меня этот комп просто как ноут. То есть у меня на это твой домашний? Он у меня и домашний, и рабочий. У меня на работе есть монитор, клавиатура, его просто с собой таскаю. Шикарно. Женьку отдельный просто зашел и разнес. У тебя Nocto, да? Да. Охладик. Шикарный блочок. С небольшим перевесом, но все же, друзья, достается, как это не удивительно, но Роману из Петербурга. Рома, иди сюда! Поздравляю, поздравляю тоже. Будешь что-то получать. Да. Итак, на сегодняшний момент, друзья, а сегодня у нас какое число? 28 октября 2023 года. Пусть это будет планочка, к которой будут все стремиться. Рома здесь пошел на тоненького, потому что он решил пожертвовать, скажем, мощностью видеокарты в угоду компактности корпуса. Это самый маленький полноценный ПК, который сегодня представлен на нашем турнире. Меньше 4 литров, то есть 3,7 примерно объем этого корпуса. И у нас FPS 22.24. Если кто-то хочет попробовать победить, welcome, друзья. На текущий момент, Ром, еще раз расскажи, что тут находится и какие особенности. Потому что я знаю, этот корпус купить нельзя. Да, его нету. Это мы с человеком делали. Скоро, может быть, сами будем делать. Его особенности. Его можно использовать. Потому что тут есть расстояние до видюхи 9 мм и до проца. То есть он не будет визжать. Его реально можно пользоваться. Деревяшки, металл. Ты сказал, что раз ты... Ну, это такой, знаешь, Full HD уничтожитель можно назвать его. Уничтожитель, так скромненько, да? Давай. Можно, давай, мы вот, поскольку ты победитель, если с твоего позволения, мы можем снять вот это, да? Да, давай. Давайте прямо сейчас посмотрим на чемпиона. Это чемпионский комп.
кастом свой. Сейчас и... там фигак, видюха, которая еще не существует. Да, давайте посмотрим, что. Но я так скажу, отрыв на тоненького. Вот реально на тоненького, потому что, казалось бы, решение заводское вполне могло бы и нагнуть. Но здесь все рассчитано. Можно было сделать его реально, ну, наверное, 400 мл меньше, но он бы визжал. Да, а ты решил в угоду комфорта. Да, видишь, расстояние до кулеров большое, то есть это дает комфорт. То есть им пользоваться нужно. Давайте посмотрим. Так, снимаем крышку. Во-первых, ты здесь что сделал? Ну, да, это распределение потоков получается. То есть, чтобы ничего лишнего? У меня были ноктовские, но из-за того, что тут нет ноктокулера, оно не очень стояло, поэтому я за 15 минут в конце дня сделал такую фигню, и все. Не шумит, ты хочешь сказать. Ну-ка, да. И давай посмотрим на твою, получается, видеокарточку. Тоже раскроем. Что за блок ты использовал в своей сборке? Ой, это китайская ерунда, так назовем ее. Но 300 ватт она выдает где-то. И хватает. Написано 600. Написано 600, но 300 выдает, да? На 300 уже жарит нормально. Так, отлично. Я посмотрю, у тебя тут непростые эти винтики. То есть ты прям подготовился, да, красиво. Давайте заглянем внутрь этого победителя. 22.24. Теперь, мне кажется, зрители такие, так, высчитываем, да, режем коробки. Расскажи, что тут у тебя? Ну, 4060 от Gigabyte. Она, в принципе, довольно, ну, среди... Обалдеть, просто. LP-шка, low profile, да? Да. Также из особенности, тут также разделенный поток воздуха. Да, тут сделано отсечение, получается, чтобы горячий воздух выходил. Ну, подальше от видюхи ему. 72 градуса в играх. А сколько, если мы говорим про затраты? Кстати, кнопки включения нет, у тебя что с ней? Сенсорная кнопка? Как это работает? Ну, код проходит, комп включается. То есть сенсорная панель тут, чтобы включить компьютер? Да. А сколько у тебя ушло, получается, на такое? С райзером около 9, наверное. Тысяч? Да. Но это все будет, скорее всего, стабилизироваться, смотреться. Шикарно, Ром. Ну... Поздравляем еще раз. Давайте отдельные аплодисменты чемпиону здесь. Обалдеть. Сейчас будем собирать и другие компы тоже посмотрим. Друзья, получается, рекорд установлен. 22-24 FPS на литр. Попробуйте, побейте. И попробуйте не поблагодарить наших спонсоров. Друзья, опять же, Зона 51, Cooler Master, Born to be, X-Line, Creative. Все ребята MSI, которые нас сегодня здесь поддерживали, это просто супер. Огромное спасибо. Давайте им тоже выразим отдельный респект за все это происходящее. Фух, а теперь самое приятное — это награждение. 4 часа 36 минут. Я официально объявляю то, что мы все-таки это сделали и провели. Три номинации компьютерные, которые, честно сказать, я даже представить не мог, что мы все-таки сделаем, но мы это сделали. Поэтому спасибо вам, друзья, огромное. Давайте это бахнем. Это был, я считаю, абсолютно уникальный опыт, вот именно с точки зрения тех номинаций, которые у нас были, FPS на литр. Еще раз, зафиксировали 22-24 FPS, зафиксировали в 36 тысяч, сколько, Никитос? 484 в суперпозишене. Все приезжаем домой и пытаемся бить этот рекорд на будущие высоты. Ну и плюс креативный ПК, конечно, тоже, мне кажется, всех удивил. И начнем наше небольшое с вами награждение. За третье место, друзья, награждается... Габджулин Надир, который занимает у нас в номинации самый большой FPS на литр! Красавчик! Давай, иди сюда. Иди сюда, мы тебя награждаем. Так, ты откуда еще раз? Я из Москвы. Из Москвы. В Москве огромный привет. Ты официально получаешь вот эту вот медаль. Дружище, я надеюсь, она тебе принесет удачу. Безусловно, грамоту. Так, и у нас пошло дело, да? Так, есть... А еще, у нас еще там что-то? Наоборот. Ага. Так, у нас офигенные уши от Креатив достаются этому красавчику, друзья. У нас достается Cooler Master. Ковричек шикарно подойдет. Самое, наверное, крутое, честно сказать, что мне больше всего в этом всем нравится, это офигенная городская сумочка от Born to Be. Пригодится, сюда засопишь свои ништячки. Ну и, конечно же, чтобы мокро не было тебе, дружище. Так что, ага, и что? А, ну и, конечно же, футболочку тоже. Да, куча. Поздравляем еще раз, красавчик! На фотку есть. Давай. А, и, конечно же, давай, все это в пакетик, чтобы тебе уместить, закинуть. Вот, я надеюсь, ты не зря приехал. Ну, конечно, нет. Красавчик, есть контакт.
Самый большой FPS на литр за второе место награждается Бусько Евгений, где ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Поздравляю, дружище, огромное тебе спасибо. Так, награждаю тебя уникальнейшей медалью. Вот, официально, это очень круто. Грамотой, прошу. Так, ну тут тоже какие-то ништяки. Во-первых, ё-моё, не знаю, нужен, не нужен. Саундбарчик, я думаю, все равно приятная штуковина. Тут, как говорится, то, что нужно. Ну и полный комплект всех вот этих вот ништяков также тебе достаются. Чтобы вы понимали, это, наверное, это просто путь. Это лучший из портфелей, который я знаю туристический, поэтому ты можешь просто в него куда угодно бегать, прыгать. А я смотрю, что-то как-то... Думаю, что-то мы забыли. Офигенная штуковина, я надеюсь, как раз тебе она очень понравится. Поэтому смело ее забираешь, засовываешь туда все свои призы и точно не разочаруешься. Все, огонь! Огонь. Ну и, друзья, уникальнейший кубок, самый большой FPS на литр, Competition 2023 HPPC, у нас получает уже Гофроман! Рома, давай! Кто бы мог подумать, мужчина, да. Так, на тебя, дружище, слушай, ну у тебя тут очень много всего, во-первых. Помоги. Да, во-первых. Да, Женя, иди реально помогай этому молодому человеку, потому что тут у тебя ништяков на ништяке. Да, медалечку, первое место, безусловно. Не ломайте. Иди, вот давай сюда клади. Рома у нас получает Моника Томысай. Несмотря на то, что у него есть гораздо круче, но тем не менее, сам разберется, что с ним делать. 2712, 170 Гц, IPS, 1 миллисекунда. Что еще нужно для счастья, клади. Рома тут же получает полный комплект. Вот что значит, когда ты хорошо разбираешься в FPS. Клава от Томысай, мышка от Томысай, бортубишные всякие штуки и коврик. Вот так-то держите, дружище. Поздравляем, ай, фоточку. Поздравляем еще раз. По-моему, огонь. Друзья, у нас еще был шуточный, утешительный FPS. Самый худший FPS на литр, друзья. И в этом утешиловке приз — это вот такая вот симпатичный маленький корпус. Вот, и нет, ну тут так. И не поверьте, кто выиграл. Сережа Воронкин, заходи сюда! Этот молодой человек сделал самую худшую сборку FPS на литр, что-то около трех. Да. Так что грамоту я тебе потом выпишу, но держи просто в качестве. Вот соберешь себе что-нибудь на этой ерунда, да. Кто бы знал, что можно притащить ерунду и что-то выиграть, да? Отлично. Ну и для приятного автопати, друзья, сколько тут метров? Здесь 8 метров пиццы. 8 метров пиццы, друзья. Это также наши друзья Epic Pizza радостно это все наделали нам. Представили, они сейчас активно развивают франшизу, поэтому огромное им за это спасибо. Давайте открываем, посмотрим, что тут есть, друзья. Все для вас. Надо съесть абсолютно все. Офигеть. Я даже не знаю, куда это все расставлять, но накидывайтесь. Накидывайтесь, давайте. Ура! Передаем. Надо, наверное, ставить одну на балкон. Ну вот и все, друзья. Закончились наши сегодняшние соревнования. И вот если вот сейчас навестись, там ребята у нас, назовем так, автопати. Сейчас будут рубиться в игрушки. Еще будем разыгрывать призы. Денчик нашей фирменной футболкой. У нас уже каждый получил медальки. Между прочим, эксклюзивно вкусная медаль. Нас ждет, посмотри, какой замечательный тортик с напечатанной вывеской HPPC. Женька, большое спасибо, как говорится, нашим ребятам, которые помогли вот эти все штучки напечатать. Обязательно тоже перейдите, поддержите их. И посмотри, какой Юля обалденный торт нам сделала. Соответственно, сейчас будем кормить тех, кто остался. Очень-очень-очень приятно, то, что такие вещи здесь происходят. Ну и что сказать, все получилось, друзья. Надеюсь, это концовочка для какого видео у нас? Это концовочка для видео про... Последнюю, да. Блин, все вышло, друзья. Все вышло, и я... Вот эти вот рекорды, которые мы сегодня поставили, это всего лишь цифры, казалось бы. Но пусть они вдохновляют и мотивируют кого-то. Кто-то посмотрит, последует примеру и соберет что-то крутое, эксклюзивное. Мы сегодня пообщались, стали немножко ближе к всему этому компьютерно хорошему движению. Соответственно, надеюсь, что это всего лишь начало, и дальше будет что-то действительно еще более крутое. Спасибо, что посмотрели. Спасибо всем операторам. И, конечно же, оператору Жене,
который добил, как говорится, этот ролик. Надеюсь, вы прочувствовали. Увидимся в новых компьютерных историях. Побольше вам крутых результатов. Пока-пока. Все, друзья, как-то так вышло, то, что это заключительные получился моменты нашего турнира. Конечно, присутствовать на таком мероприятии и просто посмотреть ролик — это немножко разные вещи, но тем не менее, основная задача, которую я хотел, чтобы компьютерные мастерские встретились. Да, их было не так много, было, конечно, больше наших мастерских, но ребята, опять же, из Москвы, из Петербурга тоже приезжали, огромнейшее им за это спасибо. Все-таки это удалось сделать, все прошло гладко, ни пробки не выбило, интернет у нас не лег. Все провели, ребята классно пообщались в конце, поиграли в компьютерные игры, ну и, как мне кажется, хорошо провели время. Будем делать работу над ошибками, и я очень-очень надеюсь, что наш компьютерный турнир под названием номер 2, как бы он ни назывался, друзья, уже будет с возможностью... основанным на том опыте, который мы сейчас получили. Я всю критику, все комментарии... проанализирую, и мы сделаем что-то еще более крутое и масштабное. Еще раз спасибо всем, кто посмотрел, кто поддерживал. Огромное спасибо спонсорам, те, кто проявили, не побоялись нам позволить организовать все это событие. Спасибо всем операторам и всем тем людям, которые как-то были в этом задействованы. Увидимся в новых компьютерных историях. Все. Пока-пока. Happy PC Competition на этом, друзья, завершен. Огромное количество фотографий, приятных моментов есть в наших группах, поэтому придите и вспомните, как это было. Пока-пока.